Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, состоящий из платьица, вот такой поворозочки на голову и панталончиков, которые спрячут памперс ребенка. Есть отдельное видео по вязанию данного платьица и панталончиков. Поворозочку вы сможете связать любой понравившийся вам цветочек и прикрепить к покупной вот такой резинке, украсить ленточкой. Это, я думаю, здесь несложно. Данный размерчик у меня связан на годик, то есть на ребеночка где-то от 10 месяцев до года, можно даже год и два, то есть приблизительно вот 14 месяцев варьируется. Почему так? Потому что, в принципе, детки разные, и бывают как худенькие детки, так и более покрупнее, поэтому вы ориентируйтесь на свои размеры сами. Окружность груди у меня здесь 47-48 сантиметров. Далее высота от горловинки до проймы 11 сантиметров. И общая высота платьица 32 сантиметра, плюс здесь вот такие вот панталончики, которые должны выглядывать. Высота общая панталончиков от начала резинки до вот этих рюшек 22,5 сантиметра. Здесь вставлена у меня резиночка, вставлена в панталончики для удобства одевания. И, в принципе, я не украшала ничем таким лишним, я просто связала набор, украсила его ленточкой, присобрав вот эти рюшики. Здесь очень красивая юбочка, поэтому я не стала утяжелять этот набор никакими бусинками и так далее. Даже пуговички у меня сзади, вот здесь вот на нашей планочке, почти прозрачные. То есть абсолютно ничего, скажем, тяжелого для глаза нету. Здесь красивая горловинка, красивая юбочка, поэтому не стоит ее ничем лишним украшать. Если, конечно же, хотите, можете вязаными цветами тон-в-тон платью, либо же какими-то, допустим, беленькими цветочками и вставить белые ленточки в платьице. Ну, то есть, в принципе, опять же, это зависит от вашего вкуса и желания. Кому понравилось, присоединяйтесь. Ссылочки на данные видеоуроки я вам оставлю под этим видео. Обязательно заходите, посмотрите. Всем хорошего настроения. Не забывайте лайкнуть. Пока-пока!